Друзья наши далекие и близкие, с вами Нина Кусманова, и на нашем YouTube-канале приветствую вас. Изначально этот ролик планировался радостным, праздничным, и я его собиралась выпустить 24 февраля. Из моего окна в Санкт-Петербурге, из окна моей квартиры всегда видны все салюты, все праздничные салюты над Петропавловской крепостью, над Невой. И специально для вас, дорогие мои, я стояла, завернувшись в плед, на нашей лоджии и снимала этот салют весь. Хотя, конечно, логично, что в последнее время из-за пандемии давно не было таких массовых празднеств. И после двухлетней разлуки я, наконец, воссоединилась с Санкт-Петербургом и, наконец, увидела. Это был первый салют, который я увидела за последние 2 года. В Германии тоже вот уже 2 года были отменены все карнавалы, всякие шествия, всякие фейерверки. Ничего такого не было. Даже в рождественские праздники в этом году были все рождественские ярмарки отменены, по крайней мере, в нашей земле Баден-Вюртемберг. Итак, что 24 февраля начался солнечный прекрасный день в Санкт-Петербурге. Хотела поставить камеру, приготовить чашку кофе, поговорить со своими подписчиками. И неожиданно для меня звонит мой муж из Германии с работы, что меня немножко насторожило, и спрашивает, что у вас там происходит, как у тебя дела. Я сова, поздно засыпаю, поздно просыпаюсь, поздно встаю. Соответственно, никаких новостей я не слышала. Радио у меня не работает, телевизор, новости я не смотрю. В общем, утро началось с шока. Ну, а страшнее всего, конечно, то, когда не понимаешь, что все-таки происходит. Меня замотивировала моя племяшка из города Краматорска. Я тоже готовлю сегодня. Сегодня я хочу приготовить. Что же я приготовлю сегодня? То ли медальоны, то ли... В общем, по-любому у меня будет рис сегодня, потому что рис я уже съела давно. И я опять хочу рис. В итоге сегодня в меню любимые рецепты. Я опять выбираю рис. Рис, приготовленный на пару. Нажимаю старт. Наливаем воду. Рис из пакетика не надо промывать. Длиннозерновой. Так, 1000 грамм воды. Ставим тут сначала вот эту крышку и закрываем. Ставим вот эту. Так, итак, сегодня будут медальоны рыбные, тунец, нерка, брокколи. Что-то мне захотелось брокколи. Я прям сегодня искала брокколи, но купила. Поскольку у меня медальоны замороженные, я купила тоже замороженные брокколи с цветной капустой. Один. Все это будет. Один, совсем один. Второй медальончик. А к ним я сегодня хотела брокколи, но вот нашла только такое. Была свежая цветная капуста, но я хотела брокколи. Либо пополам. Пополам получилось вот так. Но поскольку замороженные медальоны, значит, будет замороженная капуста. Мне будет проще это все готовить. Вот так получается здесь. Такая красота. Основной гарнир. Разместим здесь. Просто все обожаю на пару. Открываем. Почему я люблю термомикс? Все, все поставили, все закрыли. Переключаю на скорость 4. Все, дорогая моя. Алло, поехали. Все, готовим 20 минут. За 20 минут готовится конкретно рис. И потом я посмотрю, насколько готовы будут медальоны, достаточно ли этого будет. И рис, да, нагревается, пока нагревается зелененькое, беленькое все. Ну все, готовим. Ура! Ой, как я довольна. Как тащить его с собой в Германию? Смысла нет. Ну зато, когда приезжаю здесь, готовлю очень легко. Далее. Так, ну что, снимаем, посмотрим, что получилось. Итак, первый этаж. Красота, красота. Так, красота, красота. Значит, все, что было заморожено, я думаю, что этому нужно будет еще разок. Так, рыбкой уже запахло, но рыбка еще не разморозилась. Так, отставляем, достаем рис. А вот такой, ой, вот такой у нас рис получился, рассыпчатый. Алло. И опять водружаем все то же самое. Упс. И что? Всё. Я, короче, опять
опять и на 20 минут. Ну, минут через 10 я посмотрю, потому что, видите, уже нагретое. Дело в том, что когда мы готовим рис, там еще время требуется для того, чтобы нагреть. Сейчас у нас уже блюдо готовится на нагретом. Уже разогретый термомикс, так что через 10 минут я загляну и проверю. Рис я переложила в такое красивое блюдо, накрою он крышечкой. А для того, чтобы рис не остыл, я прикрыла вот таким блюдечком и поставила на самый верх. Здесь так тепленько. Ну что ж, доготовим. Будем лакомиться. Итак, я тут уже под пледиком расслабилась, все повыключала. Итак, ребятки, все замечательно, да. Теперь с замороженными продуктами как раз нужно ровно в два раза. Так, посмотрим на нашу рыбку, на медальончик. В общем, мне понравился этот продукт. Несколько видов рыбки. Все это сформировано в такой медальон, но рыбка вся отдельная и брокколи мне очень понравилось. Ну, время от времени можно себе класть в морозилку, чтобы было на всякий случай. Приятного аппетита мне! Мальчик непослушник. Вот я хочу сказать, ребят, если вы собираетесь в феврале месяце впервые посетить Санкт-Петербург, конечно, он вам не понравится. Если был вот такой снег, снег на снег, в несколько слоев, вот, и потом, естественно, засыпали песком, все это выглядит очень грязно, мокро, поэтому приезжайте лучше, по крайней мере, когда снега нет. А я иду вот сюда. Который раз потом расскажу. А у нас вот так вот сегодня. Вчера мне дверь вот эту отремонтировали, плохо закрывалась. Вот тут я завтракаю. Вот тут я завтракаю и обедаю, и ужинаю. Ребята, сплошной кавардак и в чувствах, и в голове, и в мыслях. Так что накидала сюжетов из серии «Что вижу, то пою». Из последних новостей, которые очень важны для меня и которыми интересуются мои подписчики. Андреас, мой муж, в Германии справляется с собаками. Там, слава богу, все хорошо. Значит, так. Давно не была дома. И накопились кое-какие дела. Естественно, у меня не было никаких средств по уходу за домом. И я кое-что здесь покупала. В том числе я купила вот такое средство. Универсальный для кухни. Я очень много раз рассказывала в своих видео, чем я чищу кухню в Германии. Это 30% воды, 30% водки или спирта. В Германии продается... А, вот, видите, просто льется. Просто льется. Короче, сейчас я расскажу про это средство. 30 мл воды, 30 мл водки, спирта и 30 мл уксуса. Всем этим пшикаю и протираю. Значит, я пришла в Магнит Косметик и увидела у них там это вот новое средство, универсальный для кухни. Я думаю, о, пока я ничего не смешала, здесь же надо водку, наверное, покупать. Машиной я сейчас не пользуюсь, куда-то надо ехать. Нечего смешать. Думаю, ну, либо водки куплю, уксус я уже купила. Вот такой уксус купила. Короче, вот эти разводы на плите, они вот от этого средства. Но виновата я сама, потому что я первое, что увидела, нанести средство на поверхность с помощью распылителя. И все. Нанесла и ушла. На самом деле здесь написано выждать 3 минуты, не допуская высыхания. Очистить поверхность от загрязнения микрофиброй. Вот этой вот она же здесь была. Сполоснуть водой. Во-первых, когда я открыла, еле распечатала, потому что вот эта крышка, она была намертво, намертво приклеена. Я теперь понимаю, почему намертво приклеена. Потому что она не защелкивается. Вообще не защелкивается. Честно говоря, вот видите, отсюда течет. Сейчас я, чтобы не допустить высыхания, я это все уберу. Вот, в итоге, вот такие разводы, они так и остались, ну, сама я это сделала. Короче, я закрутила покрепче, все равно течет. То есть, даже если вы будете это средство покупать, и оно может быть крутое, с пробиотиками, не пить же его, аккуратнее, хорошо, что было просто в пакете. Я иной раз что-то кладу в свою сумку. Хорошо, что я этот продукт не положила в сумку.
А так бы... О, даже страшно об этом подумать. Когда документы, когда карты банковские. В общем, вот так. Собственно говоря, для чего я купила? Я хотела обновить плиту. Плита не старая. Этой квартире всего лет 5. Лет 5. Как 5? Нет. Я здесь уже 5. Вот исполнилось 5 лет, как я сюда переехала. А эта квартира до меня принадлежала 1-1.5, максимум 2 другим людям. Вот. Ну и, собственно говоря, я хотела вот этот налет убрать, а добавила еще вот такие разводы мраморные. Ну что, ну сама назовем это слово невнимательное. Вот, короче, читаем инструкции и выполняем их обязательно. В особенности, если дело касается химии. Свежий чай с бергамотом. Знаете ли вы, друзья мои, что свинцовые небеса бывают тоже прекрасны? Это как раз для меня в Санкт-Петербурге. Всем хорошего дня. И мы теперь представляем себе, друзья мои, насколько в мире все относительно, когда ты снимаешь ролик несколько дней назад и в сегодняшней ситуации. Давайте будем жить в мире и будем все здоровы.